Планерное совещание начали с награждения. За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявлена благодарность министра культуры Краснодарского края Ирине Базель, руководителю ансамбля казачьей песни «Соловейка», и Ивану Иванову, главному режиссеру городского театра. Заместитель главы Анапы Олег Костенко сообщил о кадровых изменениях в администрации. 25 декабря на должность начальника управления имущественных отношений администрации муниципального образования города Курорт Анапа назначена Закулицкая Галина Алексеевна. 28 декабря на должность главы Суксесского сельского округа администрации назначен Мухалин Сергей Алексеевич. Подготовке к предстоящим праздникам сейчас посвящена большая часть работы. И речь не столько о торжествах, сколько о готовности коммунальных служб к возможным изменениям погоды. С сегодняшнего дня на Кубани ожидается похолодание и осадки. Глава поручил начальнику управления ЖКХ проверить готовность спецтехники к уборке снега. В первую очередь должны убраться проезжая часть, там, где у нас общественный транспорт двигается, маршруты общественного транспорта. Дальше. Должна быть почищены подходы и подъезды к социальным объектам. И в то же время торговые точки там еще заставляйте, побуждайте, чтобы они сами приводили порядок. Во всеоружии должны быть и медицинские работники. С выпадением снега, обледенением дорог и тротуаров увеличится риск получения людьми травм. Медпомощь анапчанам должны оказывать своевременно.